Здравствуйте, Владимир Петрович. Здравствуйте. Мы очень рады приветствовать вас на Сахалинской земле. Здравствуйте, Елена Георгиевна. Впервые на Сахалине. Впервые, конечно. Я мечтал когда-то побывать на Сахалине. Служил я недалеко, между Находкой и Владивостоком, в морской авиации. А вот до Сахалина не добрался. Это, ну, просто превосходно, что именно с востока это приходит эта гениальная идея проведения вот такого праздника, фестиваля патриотической книги «От Байкала до Тихого океана». Я горжусь, что наш Байкал попал даже в шапку этого названия. Вот. И мне кажется, что вот сейчас какой-то по всей стране идет всплеск патриотический. И это ведь все не случайно. Присоединение Крыма. И в этом ряду ваш фестиваль патриотической книги. Мне кажется, вот с этих двух событий начнется возрождение именно России как патриотического государства, а не того либерального, в котором пытаются править нами пятые колонны. Вот впереди у вас творческие встречи с сахалинскими читателями, молодежью. Что вы вообще ожидаете от фестиваля? Ну, во-первых, я могу совершенно категорически сказать, что я писатель-патриот. У меня вышло 21 книга, и среди них даже сами названия говорят о том, о чем я пишу. «Живу печалью и надеждой». То есть это книга 89-го года в преддверии той катастрофы, которая произойдет впоследствии, буквально вот 89-й год, и буквально через 2-3 года рухнет великая держава. «Живу печалью и надеждой». Или, допустим, «Над русским перепутьем». А, смотрите, какое символическое название. «Над русским перепутьем», потому что было это перепутье, и вот оно сейчас превращается, это перепутье, именно в ту дорогу, по которой надо бы нам идти, из этого перепутья выбираться. Или, допустим, книга «Русский крест» вышла у меня в Москве в серии «Золотой жираф». Это серия «Библиотека лирической поэзии». Вот, в этой серии вышла книжка «Русский крест». Это тот крест, который мы несем, наш русский крест, всей страной, всем народом, как говорится, мы несем этот крест. Или вот только что вышла книга, значит, в 2013 году, даже в конце 2013 года, называется «Все боли века я в себе ношу». То есть поэт пропускает через сердце все, что происходит не только с его семьей, с его, значит, личным «я», вот, а со всей страной. Если не переживать, если не думать о стране, о своем народе, то не будет, так сказать, настоящей литературы. Вот. И поэтому вот только что привезли мне книгу из Москвы, я перевел с древнерусского слова о полку Игореве. И вот там, кстати, у меня есть строчки, которые очень современные. Я перевел именно так, как мне хотелось, не отступая от контекста слова полку Игореве. Смотрите, слово святорусское, как совесть, не пора ли братья рассказать о походе Игоревом повесть, будто русский узел развязать. А он до сих пор не то что развязывается, а еще туже затягивается с каждой эпохой. Не по замышлению баяна, по былинам нынешних времен, песнь начнется и залечит раны те, что кровоточат испокон. Ведь те события, которые происходят на Украине, это там, в Киевской Руси. Это там ту же крамолу ковали, и после смерти Владимира Красносолнышка стали раздербанивать Русь, Отечество, так сказать, потом. Автор слова о полку Игоре, он криком кричит за русскую землю. Он просит всех, умоляет своими, так сказать, глаголами, метафорами о том, чтобы князья соединялись в единое государство. И все это вот продолжается, понимаете? Поэтому, конечно, я жду от вашего праздника многого. Во-первых, тут, наверное, приедут какие-то мои знакомые писатели, я так полагаю, с которыми мы встречаемся на съездах писателей. Да, я являюсь председателем Иркутского отделения Союза писателей России. Под моим началом работают 62, и сейчас в Москве еще четверых приняли. Ну, где-то 60
65-66 писателей у нас. Это одна из самых больших, многочисленных организаций страны. И самое, самое удивительное, самое талантливое, потому что ни один город не назовет, ну, хотя бы два таких имени, великих имени, как Александр Вампилов и Валентин Распутин. К сожалению, Вампилова нет, великого драматурга, которого, ну, ставят по всему миру. Чего греха таить. В Вашингтоне есть два театра, «Глобус» и «Континент», недалеко находящиеся друг от друга. Они в одно и то же время отрепетировали «Утиную охоту» Вампилова и ставят ее. Ну и Распутин, который тоже писатель-патриот, который столько сил отдал за Байкал. Его фраза по всему миру летала: «Байкал у нас один». Чем занимаетесь в свободное время? В свободное время? Ну, у меня сейчас... У меня огромная нагрузка. 65 писателей на мне висят. Тому надо помочь, другому помочь. Где-то что-то с изданием, с деньгами. Сейчас же все разрушено. И государственное издательство, и государственная книготорговля. У нас все издательства частные. У нас было государственное издательство Восточно-Сибирское, которое издавало наши книги и платили гонорар. Я помню, в 89 году я за небольшую книжку «Живу печали и надежды» получил 4500. Это почти «Жигули». А сейчас мы деньги платим, чтобы издать книгу. Свои деньги или, ну, как ты найдешь, где найдешь свои деньги, допустим, книжка, чтобы ее издать, ну, 1000 экземпляров, тираж 160, 180 тысяч стоит. Поэтому, но вот, тем не менее, да, издаемся, конечно, и помогаем молодым. И много у меня, конечно, забот. Ой, надел на себя. Отдушину на Байкале нахожу. Именно на Байкале, в Байкале. У меня домик. У меня вообще очень много таких удивительных моментов в жизни. Мой домик стоит на берегу Байкала. Я воду из него беру. Представляете, сколько в мире людей, которые бы хотели прикоснуться к Байкалу, потрогать его, искупаться там и так далее. А я живу на берегу Байкала, причем я живу в домике Валентина Григорьевича Распутина. Тот домик, та дача, где он жил. Слышно будет, да? Я говорю. Значит, это был его домик, он там писал «Прощание с матерой, живи и помни». А мы просто с ним родственники, у нас жены, родные сестры. А они дочери известного поэта Ивана Ивановича Молчанова-Сибирского, который в свое время создавал, он с 903 года рождения, он создавал Иркутскую писательскую организацию и в 20-е и 30-е годы, и был 25 лет руководителем, когда меня писательская организация, когда меня выбрали, жена говорит: ну что ж, это семейная традиция, папа у меня тоже руководил. Вот, значит, и, конечно, Байкал это вдохновение прежде всего. И я особенно люблю вот такую осень. У нас бабье лето потрясающе, вот оно сейчас еще идет. Да. Во-первых, у нас вообще на Байкале все совершенно не похожее. Там столько климатических поясов. Вот сейчас листва сошла под Иркутском и везде, а на Байкале еще держится. Там теплее, там на месяц позже расцветает сирень, черемуха. И на месяц позже заканчивается это. И мы приезжаем на дачу, жена говорит: о, смотри, сирень расцвела. Заходим во двор, осенью жарки расцвели, и колокольчики у нас во дворе. То есть это вот отдушина великая. Спасибо вам большое, желаю вам успехов. Дети еще отдушина, дети и внуки. У меня 4 детей и 7 внуков. Замечательно. Да. Сын художник, расписывает церкви, оформляет мои книги. У меня вышла книжка детская «Шла по улице корова». Великолепное оформление, в Китае печатали. Вот, так ее уже расхватали. 5000 тираж, и ее уже нет. Вот, дети и внуки, конечно, отдушина. Здравствуйте, дорогой Валерий Михайлович. Мы рады приветствовать вас на сахалинской земле. И первый вопрос. Вы впервые на Сахалине? Здравствуй, дорогой Сахалин и его жители.
почти что наши соседи, будем считать, что земляки. Да, на самом Сахалине, материковской его части, я впервые, хотя много лет ходил вокруг Сахалина, будучи рыбаком, и в Корсаково, и в заливе Терепений, ловил рыбу и укрывался от штормов, а вот сюда попасть никак не получалось. Но это случилось, и я очень рад, потому что меня радует и погода, которая у вас, и мероприятия, которые вы задумали, сам фестиваль. Я многое жду от него. Надеюсь, что мы возобновим наши связи и этим продвинем культуру вашу и нашего региона, скажем так. Замечательно. Да. Скажите, пожалуйста, вот вы поэт, прозаик, у вас много произведений написано. О чем вы любите писать больше, о прошлом или о будущем? Я люблю писать о жизни. Она сочетает в себе и прошлое, и будущее, потому что нельзя как-то отделять так. Есть люди, которые сочетают в себе историческую плану писателей, но все равно он пишет с точки зрения современности. Это все равно наше время. Или, а как писать о будущем? Это вы имеете фантастику в основном, правильно? Или какие-то прогнозируемые такие вот явления. А и все равно их надо делать, то есть не надо делать, а лучше всего не получается, когда они на базе нынешней реальности, когда достоверно все прочее. А если так говорить, о чем я люблю писать, то я сказал о жизни, а на самом деле жизнь для меня заключается в людях. О людях я люблю писать. Мне повезло, я встречал много хороших, интересных людей. О каждом из них можно написать роман, если бы было у нас на это время и возможности. Так вот. А чем еще, кроме писательства, вы любите заниматься в свободное время? В шахматы играть. Да? Я неплохо играю в шахматы, там вхожу в федерацию нашу, кандидат мастера спорта по шахматам. Так что кто, если услышит, пусть приходит, поиграем в гостиницу. Но еще что я люблю? Ну, рисовать, дачей заниматься. Охоту не люблю, на рыбалку езжу так время от времени. Вот основные мои занятия. Хорошо. А что бы вы хотели пожелать нашим сахалинским читателям? Вот в связи вот у вас впереди творческие встречи с ними в районах и в Южно-Сахалинске. Что бы вы хотели пожелать? Конечно, больше всего хотел бы пожелать хороших книг, хороших авторов, чтобы они писали так, чтобы сердце заходило, чтобы можно было найти героя для себя в нашей жизни, которого, к сожалению, еще я не нахожу ни в нашей российской литературе, ни в нашей региональной. Вот мы стоим на таком каком-то сложном перепутье, в такое смутное, я бы сказал, даже время, когда литература, мастера культуры, скажем так, они еще не определились с этим выбором и не дали того, что ждет от них народ, ждет читающая публика. Ну, все к этому стремятся, но, к сожалению, все, пока мы не видим таких вот работ. У вас есть электронная книга? У меня электронных книг нет, я этим не то, что не занимаюсь. У меня есть интернет-почта, у нас есть сайт свой, я работаю нормально с компьютером, но я отношусь к ней не то, что с подозрением, не хватает рук на все. Это тоже требует занятий, время, серьезно. У меня хватает своих книг, хватает писательской организации, хватает двух журналов, которые издает наша писательская организация, а я являюсь редактором, главным редактором. Поэтому просто мне не хватает на это времени. Здравствуйте, Анатолий Григорьевич. Мы очень рады вас приветствовать на сахалинской земле. Расскажите, пожалуйста, вы впервые на Сахалине? Ну, разумеется, конечно, впервые. Только наслышан. По Чехову. Начитан. Ну, вот у нас впереди творческие встречи, поездка в районы. Что вы вообще ожидаете от фестиваля? Ну, я как-то так уже догадываюсь, что у вас такой зритель, читатель, не избалованный, поэтому надеюсь, что народ у вас читающий. Это я более всего возлагаю надежды. Вы вот известный поэт и прозаик, скажите, пожалуйста, вы детский писатель. Скажите, пожалуйста, вам о чем интересно писать и думать, о прошлом или о будущем? Пассажиры, прошедшие регистрацию на рейсе... Я всегда, как сказано было еще нашими предками, тех, у кого нет прошлого, у тех нет будущего. Потому что в прошлом заложено наше будущее. Еще есть такая поговорка, только дурак учится на своих ошибках, а умный на своих. Поэтому, я думаю, литература, она для того и дана, чтобы, может быть, меньшие люди совершали ошибок своих, роковых в своей судьбе, читающих. Еще такой вопрос. Чем вы увлекаетесь, кроме писательства? У вас есть какие-то увлечения в свободное время? Чем вы занимаетесь? Когда я был чуть помоложе,
поздоровее, я люблю тайгу. У нас же тайга тоже, байкальская тайга. Там кедрачи, кедровый орех, брусничники, черничники. Ну и строил сначала одну усадьбу на Байкале, там дом строил, что-то заборы ставил. Далее. Потом вторую усадьбу стал городить тот. Я бы не сказал, чтобы это чтобы увлечение, но это вот какая-то судьба такая, что вот мне приходилось это. Ну и сад. А больше никаких у меня особых увлечений нет. Скажите, пожалуйста, вот какие идеальные условия, чтобы написать стихотворение, книгу? Я не знаю, стихотворение это же такое какую-то минуту, вот увидел вас, восхитился и написал. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. Как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Это так, стих. А проза это дело такое, я же прозаик вообще-то. И у меня романы, повести, рассказы, очерки, скажем, историко-этнографические или фольклорно-этнографические очерки, литературные очерки, ну и так далее. Поэтому это какая-то большая исследовательская работа. Вообще, вот, ну, в моем понимании, вот, может, я затяну, серьезная проза, классическая 19 века или народная проза, она по сути своей глубинное исследование. И там, скажем, мистическое, религиозно-мистическое, и психологическое, и социальное. В общем, это огромное исследование, академическое исследование, но оно выше академического, потому что еще имеет художественное воплощение. Мы, допустим, можем не читать историю донского казачества. Можем прочитать «Тихий дон». Понимаете? Я думаю, что, допустим, я много писал о крестьянстве. Потому что я 20 лет прожил в Забайкальском селе, за Байкалом. А предки мои были скотоводы и скотогоны. Так вот, это огромный целый мир таких. Они туда заселились 300 лет назад. Неисчерпаемые. Неисчерпаемые. Позже я лет 30 провел среди богемы. Это вот журналисты, писатели, художники, актеры. Потом еще и духовенство даже появилось. Вот какие-то такие пласты. Ясно. Скажите, пожалуйста, у вас электронные книги есть? Вы пользуетесь ими? Я вот недавно стал пользоваться. Между прочим, вот есть в этом какой-то промысел. Я же не знал, что я в Сан-Сахалин полечу. Последнее, что я читал Чехова. В том числе вот это его, вот это сахалинское повествование. Путешествие в Сахалин. Ну, так. Даже, может быть, я для себя, я недолюбливал Чехова. Ну, или, может быть, равнодушен был. Я больше поклонник был все же Гоголя, Лескова, ну, потом, может, позже Достоевского, Шмелева Ивана. А тут я как-то Чехова. Я думаю, что он всегда мастер короткого какого-то рассказа. А у него такие глубинные повествования, с такой очень сложной. Хотя мрачноватый, на мой взгляд, Антон Павлович. И последний вопрос. Что бы вы хотели пожелать сахалинским читателям? Ну, я хочу сказать, чтобы они всегда помнили, что литература, она царица всех искусств. И что из литературы исходит и музыка, и живопись, и театр, и так далее. Чтобы они вернулись к литературе. Но не к литературе, вот эта, которая на прилавках выброшена, это, ее у нас называют как паленый спирт, которым можно отравиться. Ну, вот. А какая-то серьезная литература, которая может обогатить их воображение, ну, вот, умудрить их. Но все же высшая вершина литературы, на мой взгляд, это литература, вот может быть, средневековая литература, которая вот какое-то православное, христианское начало. То есть у них есть горняя мудрость. Вот у нас дольняя мудрость, в основном литература на дольней мудрости. А у редких писателей, как Иван Шмелев, вот о них дольняя мудрость. Горняя мудрость, прошу прощения. Ну и мне бы хотелось, чтобы они читали именно эту литературу, которая облагородит их души. Как сказано у поэта. И чувства добрые я лирой пробуждал. Александра Викторовна.
Мы очень рады вас видеть на нашей земле Сахалинской. Спасибо. Как мы поняли уже из разговора с вами, вы не первый раз на Сахалине. Ну, очень давно. Я была очень-очень давно. Как-то вот тоже был какой-то семинар, я помню, это давно было. Вообще. Ну, как бы снова все. Да. Что вы ожидаете от фестиваля? Ну, встреч, каких-то идей, рукописей новых, поскольку я у меня есть как бы намерение конкретные какие-то рукописи получить, забрать, а может быть, что-то интересное, каких-то новых авторов найти, может быть. Это всегда бывает, вот если куда-то мы далеко выезжаем, командировки, то потом идет поток вот каких-то и авторов новых, и произведений. Вот. Это всегда плодотворно бывает. Этого я и жду. А вообще очень рада, потому что таких масштабных мероприятий литературных вообще, не, по-моему, с прошлого века нигде не было на Дальнем Востоке. Вот с какого произведения следует начинать знакомиться с вами, как с автором? Как с автором? Ну, может быть, с последних, как всегда. Вот последнее было в 13-м году в Дальнем Востоке, а еще перед этим где-то в «Звезде» была большая повесть, была в журнале «Звезда», называется, «За то, что Бог не спас». Вот. И в этом, в Дальнем Востоке, «Домик для ангелов». Ну вот, можно со мной с этим. Вот. Потому что, как бы, книги искать, они, у меня давно не выходило книг, вот, и вообще-то их, ну, в библиотеках есть в Хабаровске, конечно. А что вас привлекает в людях? Ну, в людях, ну, вообще-то, как бы мне нравятся люди, которые, ну, во-первых, люди с чувством юмора, во-вторых, с каким-то все-таки интеллектом, вот, и с кругозором. Общение в людях меня привлекает. Финал, какой из ваших книг вы бы хотели переписать? Хотелось бы вам? И с чем это связано? Переписать? Да нет, нет, называется. Что написано, то написано. И еще вопрос, как вы относитесь к электронным книгам? Положительно. Они у вас положительно. Есть? Читаете их? Читаю. И что бы вы хотели пожелать сахалинским читателям? Сахалинским читателям? Ну, в общем-то, как-то есть немножко, вот я знаю, вот как-то у нас в Хабаровске, по крайней мере, точно есть вот такое какое-то убеждение, что ну что там на Дальнем Востоке, какая на Дальнем Востоке может быть литература, что вот литература — это вот там Москва, Париж, вот там вот все. А такое немножко снобистское, что ли, вот отношение такое, может, провинциальное, не знаю. Вот, так вот, наверное, наверняка то же самое есть и у сахалинских читателей, что вот. А между тем, здесь, на Сахалине, у вас прекрасные писатели живут, я знаю. Вот, та же Ирина Левитас, вот, Любовь Безбах, вот, поэты. И я надеюсь, что вот мы, эти люди, нам что-нибудь новое, порадуют нас чем-нибудь новым. Вообще, вот, как бы сказать, а все-таки, читать, на Дальнем Востоке живут очень хорошие авторы, знаете, вот, которые они украсили бы любой центральный журнал, любое центральное издательство. Вы впервые на Сахалине? Нет. Трудно сказать точно, но я вот перед отлетом как раз пытался вспомнить. Минимум 7 раз я здесь бывал. Чаще откуда-то сбоку, на плавсредствах, на каких-нибудь пограничных самолетах, стоя, как в автобусе, прилетал. Ходили, когда на Курилы сюда, Ольга Андровская, по-моему, вот. На Курилы ходил через Косаков. В командировке приезжал сюда, когда на флоте служил. И потом, когда руководил писательской студией погранокруга в этом качестве. В прошлом году в Невельске и в Холмске в рамках яхтенного похода по путям адмирала Невельского в связи с 200-летием Геннадия Ивановича. Так что не только знакомая земля, но и близкое сердцу. И есть следы и в творчестве, скажем, по-моему, Красноморск есть у вас такой. Красногорск. Нет, Красноморск. Нету, да? Красногорск?
Но он у меня в повести, как, по-моему, Соленоморск выведен. Там прапорщик Просиняков был, исполнявший обязанности начальника заставы. Вот я о нем написал повесть, которая называется «Еще не старые лошади». Что вы ожидаете от фестиваля? Ну, встреч прежде всего с коллегами, знакомством даже в значительной степени, потому что те руководители писательских организаций, с которыми я когда-то был знаком, начиная от «Царства небесного» Николая Васильевича Санеева, с Петропавловска, Камчатка, Анатолия Пчелкина, Магадан и так далее, всех не буду перечислять, все они уже давно, как говорится, в тираже, иных уж нет, а те далече. И из нынешних гостей я заочно знаю только одного Скифа. Он что-то там когда-то в Иркутске публиковал. И знаком с руководителем писательской организации, как ни странно, Иркутской, самой дальней от Владивостока, с которым лет 5-6 назад в редакции «Литературной России» общался. Один раз. Ну, надеюсь узнать. А все остальные люди, мне кроме, может быть, еще редактора Дальнего Востока нынешнего, с ней тоже знаком, с Николашиной. А все остальные для меня люди незнакомые. И первое, на что, чему я буду рад, это познакомиться с вождями литературного процесса на Дальнем Востоке. А с какого произведения следует начинать знакомиться с вами, как с автором? Ну вот, всегда самое дорогое – это последнее. Я думаю, что можно начать с книги «Путь адмирала», которая только-только вышла. Она посвящена походу крейсерских яхт командора Беринга и отряда, который состоялся в прошлом году по путям адмирала Невельского, благодаря открытиям и подвигу которого мы, в общем-то, и живем, и хабаровчане, и владивостокцы, и сахалинцы живем на той земле, на которой до Невельского России не было. А что вас привлекает в людях? Вот вопрос. Смотря это, в ребенке его безгрешность привлекает. Понимаете? Во взрослом дяде обязательно. Вообще, самое главное, конечно, это обязательность. Потому что, я думаю, если человек обязательный, значит, он и честен, и совестлив, и... Да, обязательность. Вот интересно, что бы вы хотели пожелать сахалинским читателям? Оставаться читателем. Потому что даже вот в этой тьме такой литературной макулатуры, которая сейчас никем никак не ограничивается, все равно в России выходит, пусть малыми тиражами, но практически от Москвы до самых до окраин, от Калининграда до Камчатки, все равно выходят иногда очень хорошие книги. Другое дело, что они малотиражные. Вот дух еще не потерять, находить вот в этом море печатной продукции, находить настоящую литературу. А если есть сомнения, читать классику. Нам 1000 лет прожить, и русской классики хватит каждому, еще и всю и не прочитаешь. Но вот знаете, замечательный совершенно художник Николай Павлович Долбилкин, фронтовик, недавно Хабаровский край с ним простился, заслуженный художник России. Он как-то сказал, что говорит, а в Хабаровске художников нет. Как так? У вас почти столько же, сколько во Владивостоке членов Союза художников. Он говорит, а они книг не читают. Вот для него было критерием, потому что человек, который не читает книг, он не развивается, он отстает от самого себя, он деградирует. Вот оставаться, для того, чтобы оставаться человеком, главное пожелание людьми быть, а без книги человеком быть очень трудно. А вот электронные книги, вы к ним как относитесь? У вас есть? Ну, во-первых, сейчас, если книжечку
хочешь иметь хорошую, приличную, хорошо изданную, то 600-700 рублей где-то там, она редко бывает, потому что это Донцова там, в лучшем случае, зайдите в книжные магазины, там же кошмар, а не книги. А хорошие, настоящие книги дорого стоят и долго приходят. Поэтому электронная книга дает возможность не очень затратно преподать к литературе, с одной стороны. А с другой стороны, понимаете, у меня вот, допустим, дома есть книжка, которую мне мама подарила в 15 лет. Что такое электронная книга? Этот текст тысячу человек может читать, может никто не читать. Он пришел, ушел, он холодный, он никому не нужный. Его никто в руках не держал, никто на него слезу не уронил. А книга это вещь живая. И она какой-то магнетизм имеет. Никогда экран не станет тем, что есть книга. Потому что пусть они существуют параллельно, и каждый выбирает то, что ему по душе. Я функционально использую электронную книгу, но люблю книгу живую. Да еще с картинками, да еще, чтобы там уголочек загнулся. Олег Георгиевич, вы впервые на Сахалине? Да. Я как Чехов. Чехов через Читу на Сахалин. И я. Только бородки нет с усами. А так все, усы есть, бородки нет. А что вы ожидаете от фестиваля? Ну, я ожидаю, во-первых, разговора, как он обозначит, что это фестиваль все-таки патриотической книги. То есть разговор, видимо, о том, а что такое на самом деле патриотизм, как его понимать. А то у нас же сейчас вот крайности. Там и Толстого вспоминают, выдергивают у него фразу, что патриотизм – это убежище негодяев и так далее, и прочее. Ну, в общем, короче, это, я думаю, серьезный разговор. А я тем более как-то к этой теме всегда был склонен к творчеству. Поэтому вот это первое. Общение, безусловно, с коллегами, со своими, говорится, творческими, будем говорить, собратьями. Вот, ну и понятно, Сахалин. Если считать, что я уже в этом году разменял 7-й десяток, то, наверное, я приехал первый и последний раз. Мы не будем загадывать, но первый точно. Так-то я, в принципе, видите, хоть за Байкалье живу, а у меня, получается, родился в Уссурийске, в Хабаровске жил неоднократно, потом на границе тоже служил в Приморском крае. И у меня с Дальний Восток, это и родина матери, и все прочее, поэтому как это определить? Пол Владивостока родни, но вот на Сахалин не доносило, а тут сейчас занесло с вашей Божьей помощью. А что вам интересно писать, о прошлом или о будущем? Я пишу о прошлом. У меня основное образование, которое я считаю вот, ну, таким вот для себя базовым, это историческое образование. Поэтому меня, конечно, интересует история. И, собственно говоря, я и специализируюсь-то на историческом детективе. Это вот мой конек, будем говорить. Секретарь там пряники-то получает. А вот как вы считаете, с какого произведения нужно, можно знакомиться с вами? С какого? Да. Как с автором? Да вы знаете, мне трудно сказать, но, наверное, вот такой какой-то, я для себя вижу, краеугольный. Это, наверное, роман именем народа ДВР. Вот, Дальневосточная республика, то есть период 21-22 года. Борьба с крупнейшим, будем говорить, организованным преступным объединением, которые вели руководство Дальневосточной Республики и правоохранительные силы. Эта вещь документальная абсолютно, но она написана в жанре детектива. То есть там вымышленных нет героев. 9 лет и 9 томов уголовного дела. Такого не было в истории России. Все эти россказни вот, про Леньку Пантелеева в Петрограде, это все ерунда на фоне того, что было в столице ДВР, которая являлась Чита. Ну и, как вы знаете, ДВР, она большая была, и Приморье, но Сахалин только не захватывала. Так.
Наверное, это все-таки основной. Так, и мне хотелось бы спросить, что бы вы хотели пожелать сахалинским нашим читателям? Ну как что пожелать? Чтобы больше читали, конечно. Что же пожелать-то можем мы? А как вы относитесь к электронным книгам? Вас вы знаете, я к ним отношусь вполне так, как сейчас модно говорит, толерантно. Но не люблю я читать сам электронные вещи в электронном варианте. Может, потому что много приходится работать вот мне, как главному редактору журнала, с текстами электронными, а книжечку я все-таки предпочитаю взять в руки, страницы, запах. Вот, бумажная книга ничего не заменит. Я даже когда где-то вот выступаю, говорю, братцы дорогие, я за все гаджеты руками, ногами голосую. Но если нажать рубильник, бумажная книга останется, а это все загаснет. И тут это хоть при лучине можно, но почитать. Ну и потом, она никуда не денется. Ведь это же вечная проблема, когда начинают говорить о том, что... ну вот вы, наверное, помните, появился кинематограф, театр помрет. Не помер. Появилось телевидение, кинематограф умрет. Не умерло. Появился интернет, ну все. Бумажные носители, все это все. Да нет, все нормально. Так что это все будет параллельно развиваться, я думаю. Я даже всем студентам всегда советую, я у них 8 лет преподавал в университете, что читайте русскую классику, изданную до 91 года, когда корректоры были, они проверяли тексты. А потом, когда бум пошел вот этот книжный, когда вот море разливанное после дефицита, там же стали буквально лепить кто что угодно, там же страшно читать эти тексты. То есть если возьмет школьник и будет читать литературу после 91 года, это гарантия, что он русский язык, у него не повысится уровень. Ошибок много. Здравствуйте, Александр Александрович. Мы рады приветствовать вас на сахалинской земле. Скажите, пожалуйста, вы впервые на Сахалине? Доброй ночи, добрый вечер. Нет, на Сахалине я не впервые. К своему удовольствию бывал здесь и не раз. И последний раз был в 2010 году. Большой делегацией мы с Камчатки прилетали сюда по приглашению ваших газовиков и нефтяников. Посещали их объекты. Ну, в общем, интересовались геологоразведочными и добычными работами. А скажите такой вопрос, что вы ожидаете от фестиваля? Впереди у вас творческие встречи с читателями сахалинскими. Вот что бы вы хотели вот для полноты, так сказать, вот впечатлений от фестиваля? От фестиваля или от Сахалина? Ну, от фестиваля. От фестиваля я бы хотел самое главное. Вот в чем причина, мое желание и мое, ну, удовольствие, что ли, приехать сюда. Вот в настоящее время, если говорить о литературе, то она потеряла горизонтальные связи. Вертикальные есть, да, Петропавловск-Камчатский, Москва. А вот Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск или там, например, Магадан, Якутск. Вот таких связей, к сожалению, у нас теперь уже нет. И мы каждый регион, близко находящиеся друг от друга, каждый варится в собственном соку, в том числе и литературном. Поэтому давно настала пора наводить мосты нам между друг другом и знакомиться, интересоваться, делиться опытом, грубо говоря. Ясно, все правильно. Еще такой вопрос. Скажите, вам о чем интереснее писать, о прошлом или о будущем? Вы знаете, когда я вообще историк, я пишу о прошлом. Но когда пишешь о прошлом, ведь всегда думаешь о будущем. Без знания истории, ну, эта фраза избита, невозможно жить в современном мире, знать его законы, законы развития. Поэтому, безусловно, мне интересно писать о прошлом, думая о будущем. Александр Александрович, скажите, пожалуйста, чем вы увлекаетесь в свободное время? В свободное время я увлекаюсь, по большому счету, путешествиями. Очень много поездил по миру, знаю неплохо свою родную Россию,
Ну и, конечно, больше всего люблю Дальний Восток, особенно Северо-Восток. И большое мое увлечение – Курильские острова. Я занимаюсь историей и современностью этих островов основательно, серьезно. Написал большую документальную повесть «Тайны туманных Курил». Сейчас работаю над большим романом о Курильском десанте. Как знаете, это последняя точка Второй мировой войны. Езжу на острова почти ежегодно. Облазил многие из них в буквальном смысле и поверху, и по японским всевозможным подземным сооружениям и так далее. Ну и последнее мое увлечение – это мой младший любимый внук Никитка. Спасибо вам большое. Здравствуйте, Константин Федорович. Здравствуйте. Мы также рады видеть вас на Сахалине. Скажите, пожалуйста, вы бывали уже в наших краях? Никогда. Я ни разу не был на Сахалине. Но тем более вам будет, наверное, интересно совершить путешествие, тем более вы планируется поездка на север, в районы Сахалина. Что вы ожидаете вы в Ноглике от встречи с читателями сахалинцев? Ну, я прежде всего ожидаю встречи с единомышленниками, потому что литература – это, в общем-то, определенный клуб единомышленников, тех, кто любит читать, тех, кто любит писать, тех, кто любит думать. Именно этого ожидаю. А скажите, пожалуйста, написать вообще произведение – это тяжелый труд или это вам в удовольствие как-то? Ну, если бы это совсем было вне удовольствия, я бы, наверное, бесплатно не писал. Вот. Но, опять же, труд придется прикладывать. Без труда и рыбка из пруда почему-то не ловится. А еще такой вопрос. Как вы относитесь к электронным книгам? У вас есть электронные книги? Честно говоря, нужно различать электронную книгу и текст, написанный в электронном виде. Если это электронная книга, значит, она должна быть отредактирована в виде книги, там страницы должно быть и все остальное. Я довольно положительно отношусь к этим книгам, к их существованию. Сам я, конечно, читаю больше бумажные, потому что, например, просто текст, который без двух страниц, для меня это читать практически невозможно. Слишком гораздо быстрее читаю по диагонали, поэтому я думаю, что многие так читают. Поэтому книга электронная должна иметь формат нормальной книги, у которой раскрыты две страницы одновременно, иначе может картинка не складываться у некоторых. Так. Скажите, какое ваше самое любимое дитя вашей фантазии? Любимое дитя моей фантазии? Да даже не знаю, честно скажу. Наверное, все любимые. Ну и такой вопрос. Что вы ожидаете от фестиваля? Ваши пожелания сахалинским читателям? Ну, сахалинским читателям я хочу пожелать, чтобы они читали, чтобы было что читать, чтобы они знали историю своего края, гордились им. Почему? Потому что это очень важно, иметь отношение такое к себе, как чувство элитарности. То есть мы сахалинцы, мы знаем, как назывался Южный Сахалинск при японцах, мы знаем, как назывался он раньше, откуда он взялся, и мы гордимся, мы здесь живем. И я просто пожелал бы, чтобы все сахалинцы были патриотами Сахалина.